Старт виртуальной регаты был отложен из-за плохой погоды. Здравствуйте. В воскресенье в Коузе лил проливной дождь. Синоптики обещали, что ветер превысит 40 узлов. Тысячи участников готовы к старту, но он откладывается на сутки. Еще одна поправка. Дистанцию нужно будет проходить против часовой стрелки. Шарль Кадрелье, капитан франко-китайской команды Dongfeng, чувствует облегчение. Честно говоря, мы все рады. Погода была очень плохой. Не стоит отправляться в такую погоду в открытый океан, где можно полагаться только на себя. В понедельник, 11 августа, гонка наконец началась на невероятных скоростях. На дистанции впервые официально дебютировали новые лодки класса Volvo 65. Борьба была напряженной. На середине пути Факуэн из Франции лидирует в туре вокруг Британии, но это ничего не значит. После двух суток гонок первые четыре команды идут в десятых долях мили друг от друга. На обратном пути к Коузу борьба становится жестче. За несколько часов до финиша первые пять лодок изо всех сил старались вырваться вперед. Последнее испытание гонки вокруг Британских островов – переход вокруг острова Уайт. Команда Banzai 49 TPN идеально выполнила последний поворот оверштаг и выиграла гонки 2014, опередив 14 тысяч игроков.